Всем привет, дорогие друзья! С вами Инди, и сегодня поиграем в интересную модификацию на Counter-Strike, я бы так сказал, под названием Fistful of Frags. Игра представляет из себя, можно сказать, Counter-Strike во времена Дикого Запада, я бы так сказал. Тут у нас противостояние бандитов с законопослушными гражданами, то есть, ну, полицейскими. Только я не знаю, как они называются в то время, когда Дикий Запад был, ну, шериф, можно так сказать. Как там зовут? Шериф, ну, или полицейский, можно так сказать. Как-то их по-другому звали. Так, найти сервера. И вот мне уже нравится сервер. 46 пинг. Игра очень такая прикольная. И обладает таким интересным управлением. По сравнению с Counter-Strike. Ну, она, в общем, похожа на нее. На том же движке, что и... Так, доставить тележку на вражескую базу. Карта западных зон. Так, ну, я понял. Ясно. В общем, так, окей. У нас есть, это, можно сказать, шериф и полицейские, или жандармы, их вроде так называли, не помню. И бандиты. Ну, у нас выбора нету, потому что команда переполнена. Подключаемся. А, все, выиграли уже. Стоп, я не помню. А, все, бой завершился. Ну, окей, тем лучше. Или, стоп. Не пойму я. Я где? Так, стоп, что с игрой? Так, секундочку, я починю. Так, я зашел на другой сервер. Надеюсь, здесь получше. Здесь у нас режим все против всех, ну тем лучше. В общем, у нас есть оружие. Вот такое. Ну, это самое простенькое. Какое здесь управление, в отличие от Counter-Strike? Когда мы двигаемся, мы. Упс. Блин, гад. В общем, когда мы двигаемся, мы стрелять не можем. Или можем стрелять, но вот с 1% попадания. Когда мы стоим на месте, у нас появляется... Вот так, у нас есть что-то, ботинки и динамит. Это дуэль, это режим дуэли, точно. Я в такое еще не играл. Так, где ра? Тихо. Убил? Вон. Побах. И можно прописать, как сказать, спарту, то есть с ноги. Но в этом режиме я еще не играл никогда. Это дуэли. Необычно. Опа, у меня дробовик. Или что это такое? Да, это помповый дробовик. А что я стреляю? Стоп, в смысле? А почему у меня не работает выстрел? Нечестно. Так, стоп, надо понять, в чем здесь прикол. Ну-ка, возьми в руки. А, я вообще против бота играю, что ли? Во! Почему я не могу стрелять? А! О, убил. А, я понял, я просто не ту кнопку нажимал. Ясненько. В общем, у нас такая управление очень прикольное. То есть, когда мы двигаемся, у нас оружие убирается, и точность падает до 1%. Когда мы стоим на месте, 41%. Или можно медленно ходить. То есть, тоже как вариант. Так, я так понимаю, на этом сервере... А, не, люди есть. А почему мне... А, сейчас я с человеком. И бой на снайперках. Это такая снайперка? Старенькая, я бы так сказал. Дикого... Блин, где он? Тут не вижу я его. Откуда у меня? Ну, окей. А, так, вот опять снайперка. Так, берем. Бери ее. Сейчас бой начнется. Вот. Так, где он? С какой стороны хотя бы? Туда что? Мимо. Готов. Окей. В общем, такой, ну, обычный КС, только оружие Дикого Запада, все Дикого Запада, пистолеты, может два оружия носить, мне же больше всего нравится. Опа, прикольно, кстати. Получил. Блин, мимо.
И смотри, что я сейчас делаю. Ух, как меня прописал, блин. Жалко. Вода в игре красивая. Ну, движок Source. Это движок ES 1.6. Правда, улучшенный, как видно. Пикай. Блин. Так, аккуратненько. О, он перезаряжается, блин. Я и забыл, что перезарядиться можно. Блин, убил. Не, я такие дуэли не привык, я люблю командный бой. Там поприкольнее. Но все же, давайте сыграем. Все же мне интересно. Опа, это у нас двустволка. Интересно. Где он? Ай, живой. Ха. Готов. Отлично. Такой интересный режим, мне такой ничего не попадался. Дуэли. Очень даже интересный. А, графика вы красивая. Красивая. Очень даже. Ну, движок Source все-таки, он хороший, но немножко не оптимизирован. И... О, ножи. Обожаю ножи. И винтовка. Самое мое любимое оружие. Такая винтовочка простенькая. Слабак. Ох, у меня 1%. У меня 1% хитпоинтов. Жесть. Повезло. Что-то мне пишет, но я... О, лук, только не лук, блин, ненавижу лук. О, у него шашка динамита. О, упал. Ух, как меня... Я в дырку провалился, или меня... А, он разорвал все балки. О, теперь я в атаке. То есть у меня динамит теперь, а у него получается, что у меня лук. Окей. Я с лука не умею стрелять. Попал. Ах, не, я не умею динамит кидать. Я умею только с винтовкой, со снайперской и с обычной. Что он делает? Такая прикольная игрушка. Режимов много, это все против всех, командный режим, захват поезда есть. К сожалению, на лошадях ездить нельзя. Опа, это у нас быстрая хватка и пистолет. Кстати, у пистолета два режима, то есть это обычный режим, мы можем ходить вот так и целиться. И мой любимый это скоростной, то есть набрав руку мыши. И много выстрелов очень быстро. То есть, ну как на Диком Западе и стреляли. Так, где он? Давайте выстрелим метким, потом обычным. Понимо. Готов. Ну, без меня бы неплохой ковбой получился. Так, опять пистолет, теперь я с другой стороны, окей. Давайте сначала метко выстрелим, а потом уже начнем. Ау! Патроны, патроны, патроны! Ах ты ж, блин! Догнал меня, у меня патронов не было. Окей. Так, динамит, о, это уже повторяется. Окей, давайте. Ой, ой, ой. Иди сюда. Вау. Найс. Так, о, теперь мы с пистолетами. Вот это, ну это попроще будет, пожалуй. Так. Правда, пистолеты слабенькие. По два патрона это... Как-то их называют, не помню, правда. Аккуратненько надо. Динамит он слабый, но... Лучше к нему не подходить. Еще один. Так, у него сейчас должно кончиться. Зарядка. Готово. Ну, конечно, немножко не по-рыцарски. Ну, мы не рыцари, никого. Так, это у нас пистолет и сапоги, окей. Бери его, во.
слабак. Так, ну сейчас мы еще немножко сыграем и поменяем режим на какой-нибудь другой. Русский все-таки. А блин, вот... Кто ж, блин? Ах ты ж, с пистолета. Окей, окей. Ковбой, блин. Недоделанный. Повезло ему. Режим прикольный, конечно. Я такой еще не встречал. О, снайперки. Обожаю. Дайте мне одну снайперку. Как махнул-то? Готов. Ну, не хэдшот, но... Норм. И так сойдет. Готов же, да? Ну да, валяется он. А что мы еще ждем-то? Я не пойму. А, все. Готов. Так, еще раз. И давайте... Так, бери оружие. Ну, бери ты в руку. Во. Как махнул-то? Ждем. Тихо. Тихо. Слабак. Тоже мне вылез. Так, винтовка и ножи. Ножи это хорошо. Попал. А блин. Достал. Так, у него получается двустволка. А, вот сейчас теперь у меня двустволка. Окей. Мне ножи, конечно, больше нравятся. С этим винтовкой. Ладно, двигаться. Дурак. Не-не, перезаряжай. Yes. Сейчас все честно было. Тем более у меня оружие послабее. О нет, вот эта карта меня бесит вообще. Ужасно просто. Попал. Ну так и стрелу нельзя, вот чем минус. А, нет, 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 не падай, не падай, не падай, нет! Блин, вот эту дырку посередине сделали, просто ужас какой-то. Давайте следующую карту. Так, блин, теперь я с этой стороны. Я правда ненавижу этот режим. А, попал. А я ж могу так засесть и все. А, понял. Как он целится-то? Я не понимаю, как можно с лука стрелять, если у него там даже прицела нету толком. Окей. Я не пойму, похоже это. Так, пекарь. Окей, я понял тебя. Ах ты ж. Обманул. Окей. Что делать? И зачем? Ух ты, даже пули, этот, следы от пули остаются. Я не знал. Кто ненормальный он. Так, ну давай теперь я. Моя очередь выигрывать. Так, давай уже. Заждался. А возьми в руку-то. Мимо. Ау. Блин, патроны! Ах ты ж, блин, патроны кончились. Ах ты ж. Ну окей. Так, ну давайте последний разок. И выйдем уже на следующий сервер.
Это что у меня такое? А, дробаш. Помповый. Вау, найс. А, кстати, еще забыл сказать. Здесь есть аптечки в виде бутылок крома. Если мы их пьем, то мы восстанавливаем здоровье. И есть сундуки, но до сундуков мы дойдем позже. Тут их просто нету. Слабак. На, я тебе это. Оставляю на твою могилу. Выпьем. И у нас начинает все желтеть и качать. Но зато у нас восстанавливаются жизни. Ну ладно, давайте последний разок. Вот уже точно последний разок. И на следующую серию. Вот здесь, нет, здесь. Мне надо выпить. Срочно надо выпить. Блин, не успел. Ну окей, это раунд один с этим прогеймером. Окей. 0-1. В пользу прогеймера. Инди-геймер против про-геймера. Забавно. Так, давай. Тихо. Пить. Он с высоты упал. Забавно. Так. Все, я его выиграл. Ну, точнее, ничья у нас. Ну ладно, мы сменим сервер. Так, я это пока вырежу. Я вернулся на первоначальный сервер, на который заходил еще в самом начале. И знаете, что я заметил? Это сервер как в КС. То есть здесь режим такой, что пока все не умрут, игра не закончится. Так что нам просто надо ждать. Ну, я вернусь, когда все погибнут. А, нет, вот, игра все погибли. Кстати, тоже интерфейс как из КС, то есть можем закупать, ну, в смысле идея. Ножи, пистолеты. Я возьму. У меня сколько денег? 60-ка. Винтовка. И. А еще? А еще ножи. Все окей, пошлите. Так, наши. Карта интересная достаточно, я такую еще не видел. Так, у меня есть нож. Это классная штука, можно кидать их. Аптечка есть. Если недалеко от меня. Мне показалось, где там кто-то был, нет? Воу! Не-не-не-не-не, я вас понял. Пить. Нормально. Ох, сколько тут запасов выпивки-то. А, какой счет? Наш. Где враги вообще? Наши. Тоже наш. Наши. Попал. Правда, через своего насквозь. Ну ладно. Мы, получается, выиграли, да? А, да, мы выиграли. Мы синенькие. Мы ковбои, как шерифы. Не помню, как их зовут. Давайте возьмем в этот раз что-нибудь поинтереснее. Нет, не это. Не это, не это. Два пистолета хочу. Нормальных таких. Давайте вот это возьмем. Мне интересно прям. А второй что у нас? Двоечка. А, дробовик и пистолет. Интересно, интересно. Так, я нифига не вижу. Что там происходит? Давай, я вас жду. Так, там это свой. Готов, правда, я раненый. Мне надо выпить. Срочно выпить. Так, свой. Тоже свой. Выпить, выпить. И где выпить? Все выпили уже, да ладно. Так, лошади на них садиться нельзя, к сожалению. Выпивка, вот. А, еще. Оу, что такое все зеленое? Мне вштырит. Стоп, аккуратненько. А кто там? Не вижу. Ай, у меня жизни мало. Ай, вообще мало. Пить. Правда, почему-то на них написано XX, не знаю почему. Ой, зачем выкинул? Оу, как меня шатает, я прицелиться-то не смогу. Так, свои. Свой.
Так, что за режим-то? Не пойму, что за режим. А, захват флага, я так понимаю, да? Окей, захватим. Захват выполнен на 66, 68. Ах ты ж, блин, убили. Я их не ожидал, что они до туда появятся. А, любую клавишу. А, меня навсегда убили, да? А, нет, не навсегда. А, возьму вот эту винтовку, как всегда. И нож. Люблю нож. Так, что-то я подлагиваю немножко эта карта, если честно. Где черт побери мне? Оу-оу-оу! Ай, махнул. Блин, кто меня убил-то? Кто меня убил? А, он меня с кулака ударил, это я просто не увидел. Блин, обидно. Ну, а, возрождение через сколько, я не пойму. А, спейс, фу ты. Ну, нажал. Во. Ну, давайте тот же самый расклад. Вот эта винтовка и ножи. Самый такой нормальный расклад. Так, никого не вижу. Пошлите сюда. Что у нас тут? Готов. Хедшот. Или я не знаю, что там. Вот сейчас хедшот был. Вот это был звук хедшота. Кстати, подождите, а почему у меня... А, не, все нормально, мне показалось. Ай, в ножку! Просто я включу на стерео и вы... О, махнул? Как я махнул-то? Где он? Бежать. Пить. Перезарядка. Ну, ой, блин, у меня штырить немножко, я прицелиться не могу. Так. Окей, давайте, кто тут? Убил. А, кто тут? Ай, блин, он мне в упор разрядил. О, мы выиграли, окей. А, вон сверху счет показан. 7-10 и 3-6, что это значит? Я не знаю, что это значит, но давайте накупимся опять. Также накупимся пока что. Опа, это что другое? А, другая сторона, понял. Понял, понял. Так, никого. Никого. Ух, он меня нехило так подранил. Бежать. Мне нужна выпивка. Где моя выпивка? Вот, выпивка. Так, свой. Опа. А, не прицелиться, да? Я попал. Блин, из-за того, что меня шатает, я не могу попасть. Там кто-то был, да? И мне показалось. Да, блин, ты... А, это свои, фу ты. Попал. Правда, меня тоже, ну ладно. Ступаю. Бежать? Блин. На хп оставили, но я не успел. Так, автоматическая покупка. Пункт продолжения. Контрол. Контрол, я сказал. А, черт тебя побери. Ну, чё вы? Контрол. Вот, наконец. Так, возьмем в этот раз что-нибудь другое. А именно, я возьму ножик. Потом я возьму пистолет этот прикольненький, где он? Вот этот, самый мощный пистолет, по-моему. Да, точно. Возьму. И посмотрим. А, блин, я попаду когда-нибудь. О! Нифига, 127 хп! Это прям винтовка в маленьком пистолетике. А, вы серьезно? Вы серьезно? Это он столько заряжает его? Нифига! 109, это...
Этот пистолет ваншотит с одного выстрела. Дигл отдыхает. Да, ну за вот это я его ненавижу. Ай. Вы серьезно? Да ну. Ура. Это что такое? Это наш флаг, типа? А, типа нам защищать его, да? Окей. Где моя... Где вс... Они выпили всю выпивку. А, слушайте, этот пистолет просто бомба. Правда? Как можно... фух, нормально. Минус. О, выпивка, выпивка. Еще есть? Ты посмелил в меня стрелять? Ай, блин, не успел. Блин, я выпить хотел, они меня взяли и расстреляли. Блин, они выиграли. А в этот раз они выиграли. Я не понял, как в этой игре вообще, ну, в смысле, что в этом режиме делать надо? Для этого, ну, захватывать ка... Захватывать флаг, ну... Так, лучшая серия убийств. Дэн Сачура. То есть, ну, это и я, мне просто... этот, в Steam я еще не поменял имя свое. Это вообще я, ну, только у меня лучшая серия убийств. Так. Игра... О, это карта классная вроде. Давайте на них. О, это режим четкий. Это вагонетка. Нам нужно вагонетку сопровождать, да? Я в этот режим еще не играл никогда, но представляю себе. Ой, надо было закупиться, кстати. Вот. Так, что мы купим? Мы купим тот же пистолет. Это определенно. А, он дорогущий. Я вас понял. Тогда возьму... А сами сколько стоит? Весь 300, офигеть. Окей, берем ножи и берем вот эту винтовку. Пошли. Ну да, это прям КС, только с режимами, как в Overwatch, всяких таких популярных играх. Так. Да серьезно, ты что такой быстрый? Да что ты еще не умер-то? Офигел. И, кстати, здесь, помните игру? Что? Что делаешь с моей винтовкой? О, окей. В общем, помните игру типа Max Payne? Онлайновскую. В общем, здесь тоже нету... Точнее, есть фраги, но в основном это слава. То есть это аналог стиля в той игре. То есть здесь фраги не нужны. Тут главное, как ты убиваешь противника. То есть главное красота убийства, а не количество. Нафиг я это выкинул. О, сука, ножей. Ай, блин, я в твой нож. О, хедшот. Ножом хедшот, офигеть. Тащим. Так, вагонетку, да? Блин, перезарядка, чертова. Попал. Правда, урона мало, но все равно. Минус. Бежим, 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 бежим. Нету. Переулками, переулками. Закоулками. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто, 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 кто? Это свой дурак. А, нет? В смысле? В смысле? Я не понял. Ай. Что-то это дальтоник, что ли? Мне показалось, что у него одежда, как у меня. Из-за того, что он в тени был. Shift. Ай, блин. Ай, блин. А, вот. Окей. А у меня на пистолетник накопил? Нет, 129. Не хватает. Печалька, это что? 40, это что? Ой, блин, двустволка, фигняш. Ну ладно, ножи. Где мои ножи? Блин, вверх. Я приказываю тебе подняться вверх. 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 Пожалуйста, там ножи были. Ну блин, ну кнопочку какую-нибудь. Ай, окей. Я понял. Можно и так повоевать. Вау. В голову. Блин, обидно.
они с лука стреляют, я не понимаю. Там невозможно. Ого, жестко. Ну, я в бой хочу, чё? Алло? В смысле, почему я не могу в бой зайти? Во, наконец-то. Винтовочка. И где мои ножи, блин, черт побери? Как мне вверх поднять? Авто. Не, фигня. Средняя, в ближней, вот, то, что надо, ножи. Все, понял. Ножик. Обожаю ножи. Как он выжил-то? Вау. Найс. Дабл килл. Кто следующий? Правда, мне надо срочно выпить. Снова. Где можно выпить? Чего вы тут валяетесь? Отдыхаете? Так, нам нужно тележку таскать. Чего вы? О, выпивка. Дайте деньги. Вау-вау-вау-вау. Тут не надо. Ау. Ну, выходи. Вау! Вы видите, где он? Хитрец, он так справился хитро. Я его даже не заметил. О, как-то мы так лежим. О, мы вот тележку тут накатим. Да хорошо. Так. А ну-ка, средняя, дальнобойная. А, на снайперку мне не хватает. Вот он. Вот он, это жесть. Это мощь. Это прям снайперская метелка, только в пистолете. Минус. Минус. Ай, мимо. Ай, блин, он так медленно перезаряжается. Это просто ужас. Обидно-то как. Что я быстро его потерял? Блин. Обидно. Обидно, обидно, обидно. Очень обидно. В смысле, где мой день? 35. Вау. Окей. Ножи так ножи. Это будет трудный денёк. Это я его, нет? Нет. Мой нож. Катим, катим, катим. Три ножа, но... Так, пошлите. Блин. А, блин, он дурацкий ножи. О, ножи. Ай, блин, кинул меня нож, да. Но без оружия сложновато, соглашусь. Давайте... Так, давайте сразу... А, ты не в зоне покупки, ужасно. Блин, ужасно. Так, мне нужен вот это, да? О, так, нет, ножи, ножи, ножи. Как я без ножов-то? Так, пошлите, мне нужно набить фраг несколько. Чё это было? Чё это было? Ты чё, не понял? Кто кого убил тут? Сундук. А вообще в обычной игре тут есть такие сундуки, там можно вещи подбирать прикольные, очень мощные такие. Бонусы даются. Здесь похоже... Ой. Как так-то? Кто меня убил? Не понял. С одного выстрела. Сколько денег? 35, да ладно. Опять придется. Ну давайте это возьму, кстати. Для прикола. Как называют там, дамский угодник? Кто как называет эти пистолеты? Ау, больно. Да уж, фигня, конечно, пистолетик, но сойдет. Блин, мы продули. Обидно. Самым известным был Хаттер, а я на каком месте? Я на... Блин, я не увидел. О, 40. Купим вот это, купим вот это и пошлите. А, теперь мы мешаем повозке, я понял, да? Правильно ж понял? Да, правильно. Что это говорит? Окей, пошлите. Откройся. Ай, я понял. Перестрелка уже идет какая-то. Вау, да ладно, двоих сразу.
Офигеть, никогда такого не было. Еще одному хедшот прописал. Ай, лагает. Да блин, ну вы серьезно? Вау, как он так мне прописал-то? Блин, они с лука стреляют лучше, чем с винтовки со снайперской. Это жесть какая-то, обидно. Окей, берем. И ножи, ножи, ножи. Где ж мои ножи? Так. Побежали. Блин, быстрее. Они сейчас выиграют таким темпом. Вау-вау-вау-вау. Не-н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 е. Я вас понял, я вас понял. Блин, да ладно, перезарядка. Готов? Черт побери. Где? Здесь? Блин, что с моей винтовкой? Ау! В спину. Так, ясненько. Два пистолета, это не вариант. Топорик. Блин, мне деньги дали только что. Ай, жалко. Топорик. Давайте, у меня топорик. О, извини, чувак. Я кому-то в ногу топорик, ножик. Блин. Было глупо. Было глупо. Блин, они сейчас так выиграют. Они уже очень далеко зашли. Очень-очень далеко. Опа. Бочки можно брать в руки? Серьезно? Да ладно, я такое вообще не знал никогда. Офигеть. Ура. Я думал, я не дождусь. А, вот эта винтовочка, и пошлите. Воевать. А ну-ка. А как он взял ты? Так где вы, я вас не вижу? Я не вижу их. Ай, пошлите так. Я не вижу нифига, у меня экран, разрешение экрана такое. Во. Блин, я только только настроил гамму на экране. Да уж, что-то у нас или команда, или я так плохо играю. Наверное, это и то. О, почему золото? А что не золото? А, это меня лагануло, окей. Команда перемешана. Мы не должны толкать тележку, окей, я понял. Блин, я нож забыл. Как я без ножа-то пойду? Ой, яркость увеличил, хоть теперь повиднее. Ну, правда, не вам виднее, а мне так виднее. И так все. Ай, блин, не успел. Глупо было, окей. Тс. О, динамит куда-то полетел. Блин, надо их поснимать, мне нужна винтовка мощная, дальнобойная. Снайперку, мне надо накопить на снайперку, срочно. А, вот, сейчас у меня возрождение будет, я понял, где написано. В самом верху, где часики. Так, возрождение. А, дально... Денег опять нет, как всегда. А, нет, вот дали. Окей. Они захватили рынок, научили склад. Так, деньги я не сильно не буду тратить, пожалуй. Или потрачу. Ладно, потрачу. То без оружия тоже бегать не очень. А, блин, они достали бегать. Шустро. Как я промазал-то? Так, мне надо, знаете, что сделать? Мне надо... А, блин, как ты махнул-то? А, я ему шапку снес. Я понял. Во, другое дело. 128. 76. Опа, в смысле? Кто пропустил в нашу территорию тупа с дубинкой? Блин. Самая четкая команда, за которую только играл. А, ближний бой. А, 154 нужен, да? А, нет, средний, да? Вот он, 125.
Поднакопить, что ли? Я поднакоплю, пожалуй. Я в рукопашку побегу. Умру и поднакоплю. Давай, давай, я тебя видел здесь. Блин, винтовку нельзя это брать. Блин! Не добежал. Но зато у меня теперь есть деньги на мой любимый пистолет. К счастью. Дайте мне мой любимый пистолет. Ну, во. Где он? Вот он. Правда, он мне любимым недавно стал. Так, не, я сюда подходить не буду. Минус. Перезарядка. Перезаряжает ужасно медленно, это просто жесть какая-то. Бежать? Нельзя. Нельзя пистолет терять. Выпивка? Где выпивка? Нету выпивки, черт побери. Ой, знаете, что я сейчас сделаю? Зона покупок, я куплю себе вот это. Теперь я меткость увеличил, вот. Гениальная идея. Правда, жизни у меня очень мало. Я бы лучше такой жизни купил. Но зато меткость увеличил. Это мне пригодится. Блин, да ладно, ну это нечестно. Несерьезно. Окей, давайте напоследок еще раз сервер поменяем. Или... Не, давайте на этом останемся, окей. Доиграем уже на этом сервере. Как есть. А что мы возьмем? Давайте этот пистолет возьмем, я не знаю. Он вроде тоже нормальный. Десятку стоит. Но это, конечно, не такая мощь, зато им можно стрелять очень быстро. Можно, я называю выход на дуэль, когда правую кнопку зажимаешь, вот так целится жестко. И можно противника так расстрелять в упор. Блин, да ладно, в голову с одним выстрелом. С лука, дурацкий лук. Да уж. Сейчас они опять выигрывают. Это определенно. Так. А сколько денег у меня? 55. Давайте винтовку возьму. Уже ладно, пофиг. Надо скорее уже их убить. Давайте скорее, скорее, скорее. Нормальную позицию займем. Я даже знаю где. Туда дальше пробежать. Издалека лупить. Вот здесь, вот, шикарная позиция. Да, попал, отлично. Попал. Попал. Блин. Обидно. Почему я попасть не могу? Во, нормально, убил кого-то. Кто-то пробежал вдалеке, видел. А, блин. Такие быстрые, что я не могу прицелиться толком. Кто-кто-кто? Показал, да? Никого? Ай, свой. Тьфу ты. А где враги-то? То их прям полчища, то ни одного. О, 61, нормальненько. Еще не снайперка, но... Блин, почему я промазал-то? Нормальненько. Бежать, бежать. А, свой, тьфу ты.
Давайте. Я вас жду. Блин, мне мизинец устал на контрол нажимать. Попал. 90 уже денег, нормальненько так зарабатываем. Можно на пистолет накопить, а там уже до снайперки недалеко. Свой. Да, блин, я не вижу вас. О, наш. Да, блин. Свои мушкетами, черт побери. Да, блин, тут... Свои... Фух, еле выжил. Да, блин, ну... Мне снайперка нужна. О, попал. Кому-то. В затылок или в зад, куда, я не знаю. Нифига не видно. Тут летал высоко дыма, что уже? Где вообще кто-то? Кто-либо? О! 175 денег. Нормально. Очень-очень так нормально. Так кто ты такой вообще? Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не. Воу, не-не. Блин, они на нашу базу пришли. Это вообще плохо. Не, вот здесь уже нужен пистолет, здесь уже. По-другому никак. Со снайперской винтовкой не получится. Так, аккуратненько, медленно идем. Стреляем во все, что движется. А, нет, стоп, я кое-что забыл. Я забыл про одну закупку. Вот это. Правая рука. Теперь у нас меткость увеличена. Это очень-очень важно. 70 аж, нормально. Свой. Да ладно, махнул. Блин, как я мог махнуть? Это ж такая пушка, блин. Обидно такое. По-моему, чем мощнее пушка, тем я хуже играю. Лучше нож возьму. Это уж дело. А дробовик, вот здесь по земельях лучше дробовик. Сколько у меня денег? У меня... А у меня сколько денег? 64, нормально. Так, возрождение, 79, нормик. Так, мне нужен дробовик, ближняя дистанция. Дробовик, дробовик, где дробовики? А, дробовики. Это дробовик, если я правильно помню. Марслекс. И вот этот дробовик, да, помощный. Да, вот этот, двустволка. Окей. А, этот, а, не, ну, оно двуручное вроде, да? Модификацию для нее не надо покупать. Так, там умер все, кто... Они опять выиграли, да ладно! Блин, это жуть какая-то. Какая-то жесткая команда. Так, отключимся. Ну, а на этом мы закончим такой небольшой обзор данной игры. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока!